Площадь Сухэбатора, центральная площадь столицы Монголии, города Улан-Батор. Площадь получила свое название в честь лидера монгольской революции 1921 года Дамдина Сухэбатора. Прежде на этом месте располагалось ничем не занятое пространство, окруженное храмами, домами знатных людей и духовенства, а также городскими рынками. После революции территория в центре города стала использоваться для проведения тех или иных торжеств. Со временем площадь была благоустроена, в 1946 году здесь появилась конная статуя Сухэбатора, в 1951 – дворец правительства, построенный на месте сгоревшего прежнего здания. Дворец украшают памятники Чингисхану и двум его полководцам. По краям дворца высятся еще два памятника – Жамсарангину Самбу и Санжасурангину Зоригу, выдающимся политическим деятелям Монголии. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.